Литр водки, 5 килограмм мяса, 50 килограмм овощей и только через Россию. ЛНРия разрешила физлицам провозить на территорию своего недогосударства продукты и алкоголь на целых 200 евро. Сборище самозваных министров называет это урегулированием вопросов по ограничению ввоза товаров на оккупированную территорию. Но эти условия касаются не только украинских продуктов, но и донецкого недогосударства тоже, об этом пишет Островок. Так, ввоз продуктов возможен только на границе с Российской Федерацией. Взять с собой можно только мясо общим весом не более 5 килограмм, масло растительное 5 килограмм, молоко 3 килограмма, овощи и фрукты по 50 килограмм и литр водки, 5 литров вина и 200 сигарет. Этот джентльменский набор касается и незаконной ДНР. Чем не угодили незаконные соседи, чиновники-сепаратисты не объяснили. Очевидно, что между псевдореспубликами разгорается очередная война, торговая. И даже русские скрепы не устояли перед деньгами.